Большой разговор с президентом пройдет завтра в комплексе «Белэкспо». Александр Лукашенко встретится с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. Ожидается около 200 участников. Это не только журналисты, но и политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, представители общественных объединений и конфессий. Возможность адресовать свое сообщение президенту есть у каждого. Роль глобального агрегатора вопросов взяла на себя Белта. Рассказать о том, какие темы волнуют, можно через онлайн-сервис на сайте и в аккаунтах информагентства в соцсетях. Самые важные интересные вопросы завтра озвучат на встрече с лидером. Меня как педагога больше всего интересует проблема поступления в гимназии. То есть мы все знаем, что в прошлом году экзамены в гимназии были отменены. И хотелось бы услышать, какие перспективы в развитии этих учреждений. Потеряют ли они свой статус? Будут ли они потом реорганизованы в школы? То есть судьба вот этих учебных заведений. Сегодняшние ожидания связаны, как правило, с двумя направлениями. Это декрет номер 7 о развитии предпринимательской деятельности. Он касается физических лиц, малого и среднего бизнеса. И основные ожидания связаны именно с реализацией этого декрета в регионах. В отдельных регионах, где в недостаточной степени развито крупное промышленное производство и где существуют реальные проблемы с занятостью населения. Белтелерадиокомпания покажет большой разговор с президентом в прямом эфире. Трансляция начнется завтра в 10:30 на «Беларусь-1» и «Беларусь-24», а также на первом национальном канале белорусского радио.